К сожалению, статистика в области по заболеваемости коронавирусной инфекцией неутешительная. Однако западные казахстанцы все еще продолжают посещать массовые семейные и религиозные мероприятия. В связи с этим представители духовенства области обратились к жителям Приуралья. Духовенство области настоятельно просит западноказахстанцев не собираться массово на поминальных и семейных мероприятиях, также на похоронах и поминках собираться в узком кругу, то есть только близкие родственники. Особо подчеркнул, что данные меры вынуждены и временные. Сейчас первостепенно здоровье граждан и безопасность. Стоит отметить, что на сегодня в мечетях Уральска временно приостановлены коллективные чтения пятничной молитвы. Уважаемые западноказахстанцы, еще вчера главный имам страны обратился к народу Казахстана, где настоятельно просит соблюдать карантинные и ограничительные меры, не проводить поминальные мероприятия, похороны с большим скоплением людей, только в самом узком кругу. Эпидемиологическая ситуация очень сложная. В нашей области есть и летальные случаи от коронавирусной инфекции. Просим отнестись к таким мерам с пониманием, соблюдать все санитарные нормы, оставаться дома ради здоровья своей семьи.